Эй, ребят, всем привет, с вами канал Wunder, в эфире Саша, он же Zotix. Сегодня мы посмотрим небольшой эксплойт, который позволяет нам очень быстро набрать необходимое количество золотишко. Итак, как вы видите на нашем ролике, значит, мы оказываемся в городе Новиград, это буквально после пролога. Как только мы пройдем аудиенцию у короля, мы, в общем-то, получаем доступ ко всему городу. Итак, мы подходим к тому торговцу, которого вы видите на ваших дисплеях, и нажимаем «Покажи мне свои товары». Далее в лавке мы должны с вами выбрать продавца и купить у него раковины, и в принципе все. То есть покупаем на столько денег, сколько у вас сейчас есть в инвентаре. Да, мы покупаем раковину и морскую раковину. Вот. Значит, дальше все мы купили. У нас деньжата закончились, раковинами затарились мы. Так, бежим теперь сразу к кузнецу. Кузнецу бежим. Сейчас, секундочку. Так, открываем кузнеца, трейд. Говорим ему, что также хотим у него посмотреть не товары, а просим его кое-что сделать. Значит, здесь мы с вами переходим в раздел «Разобрать». И разбираем раковины, те, что у нас есть. Вот мы за это получаем жемчужины в эквивалентном раковинном количестве. Разбиваем морские раковины на столько денег, насколько, в общем-то, хватит. Теперь мы все это разбили, получили ингредиенты. Переходим в лавку. И теперь уже то, что мы с вами получили после, по итогам разбивки, а это жемчужины и, ну, то есть обычные жемчужины и черные жемчужины. Мы открываем раздел с ними и продаем их торговцу. Вот, замечательно. То есть у нас с вами не было ни копейки, а изначально было там 300 или 500 золотишко. И сейчас у нас уже с вами 1932 монеты. Так как работает эксплойт, спросите вы, ведь деньги у оружейника закончили. Я объясню, все более чем просто. Пока неизвестно, сколько продержится эксплойт, но суть в том, что каждые 5 дней, 5 дней имеется в виду игровых, у каждого из торговцев обновляется количество золота, которое доступно для того, чтобы покупать что-то у вас. Мы выходим с вами из меню продажи, торговли, называйте как хотите. И далее переходим в медитацию. Медитируем мы ровно 5 дней. То есть спокойно медитируем. Ждем, пока отщелкнет у нас 5-й день. Так, раз, прошел денек. Второй денек пошел. Так, 3-й день запустили. Сейчас будет 4-й и 5-й. Ребят, на самом деле эксплойт, скорее всего, пофиксит рано или поздно. Ну, либо если не пофиксит, то дадут использовать вам, в общем-то, только с учетом, позволяет ли вам эта совесть. Все, отлично. Теперь мы подходим по истечении 5 дней, открываем с торговцем трейд и открываем «Покажи мне свои товары». Товары. Замечательно, у торговца обновилось золотишко, и мы, в общем-то, все спокойно допродаем, что не смогли продать ранее. Вот таким образом мы снова с вами выходим из трейда, ждем 5 дней, медитируем и готово. Дальше повторяем процедуру с нуля. Опять подбегаем к трейдеру, покупаем у него все ракушки, потому что они у него обновляются. И также разбиваем их и продаем. Друзья, что ж, на этом все. Используйте эксплойт, если совесть позволяет. Если хотите честно играть, ну, можем предложить другие варианты заработка. Если тебе понравилось видео, то расскажи друзьям, поставь лайк и подпишись. Впереди еще много интересных игр и летсплеев. Видео о том, как получить трофеи и достижения, а также классные статьи и обзоры. Кстати, есть странички в соцсетях, можешь следить за нами и там. На этом все, друг. Успехов и пока.